Ну все, прямой эфир у нас идет. Как кто-то будет начинать разговаривать что-то там. Что-то. А я не знаю, как увидеть. Мы первый раз, нам, в общем, ТикТок предложил провести прямой эфир, и мы согласились. Сейчас мы пока здесь разберемся, как оно все работает. О, разбираюсь по чуть-чуть, как это работает. У нас есть зритель. В общем, мы сегодня готовим окрошку. Любимое мужское блюдо. Не, при чем тут мужское? Мое любимое блюдо. Твое любимое блюдо, да. Мы готовим вместе. Ты, например, почти не ешь ее никогда. Да, если вы подписчики моего канала давно, то сейчас готовлю не я, а прекрасный молодой человек готовит окрошку. Так, девочка пишет, підпишусь взаємно, хто на мене підпишиться? Підпишіться на Ангеліну, вона дуже хоче, вона на вас підпишеться. Так, друзья, давайте я вам расскажу, что мы будем готовить. Мы сегодня просто решили так пока рецепт сделать, а дальше, может, как-то тоже будем в кадре присутствовать. Итак, что у нас есть? Огурцы. Здесь примерно килограмм, может, больше. Картошку молодую мы сварили. Я ее сварила кусками, потому что она очень крупная. Нужно очень хорошо разварить, чтобы она прям растаяла, да? Да, чтобы рассыпалась. Да. Кастрюля у нас на 6 литров. Вот такая, это максимальная. Была бы больше, взяли бы больше. К сожалению, нету в нашем. Да, вот такую сметану. В шкафу такую кастрюлю. 380 грамм, 20% жирности достаточно. 10 будет кисловато, а 20 нормально. Так, дальше у нас идет полкило колбасы варенки. Берите обычную, не жирную, потому что мы как-то сделали сильно жирную. 10 яиц вареных. Так, зелень у нас идет. Петрушку мы кладем и зеленый лучок. Вот такой лучок зеленый. Квас взяли бочковой. Вот этот, знаете, который забыла, как он называется. 3 литра мы взяли, 2 полторушки. Друзья, мы первый раз проводим прямой эфир. Если у нас что-то не так, вы нам подскажите, кто там опытный. Напишите, пожалуйста. Сколько настаивать надо окрошку, расскажи. Окрошку? Да. До полного охлаждения. Я бы сказал так. Ну, чем дольше, не могу сказать, чем дольше, тем лучше, но примерно полдня надо. Тогда она как бы все ингредиенты впитают вкус рассола, так его назовем, или заливки, и будет очень вкусно. А пока все ингредиенты не впитали вкуса заливки, как бы не будет послевкусия, что ли, да? Не знаю даже, как правильно это назвать. Мы всегда готовим с колбасой. Можно с курицей, там на бульоне. Ну, у нас вот такой классический рецепт, который съедается очень быстро, да? Да. Ребят, спасибо, что смотрите. Мы думали, вообще никто смотреть не будет. К сожалению, в наше время окрошка стала дорогой, и мы ее не так часто едим. Друзья, тему мы, знаете, какую придумали? Угадать, сколько стоит вот эта окрошка из вот этих продуктов. Они такие, ну, стандартные, скажем так. Да, вы видите. То есть самые обычные стандартные продукты на рецепт окрошки. Сколько стоит? Угадайте. Приготовить вот такую кастрюлю на 6 литров окрошки. Может, тебе помочь резать? Ну, помоги что-нибудь. Да, давай я тоже буду резать. Только режь как можно мельче. Да, быстрее сделаем, а то я сам долго буду делать ее. Сейчас будем вместе готовить. Ну, вот режь огурцы, ты увидела, как я режу. Так, чем больше полосочек.
Да. Но делай, чем меньше кубики, тем будет лучше. Хорошо. Начинаю. Я займусь тогда картошкой пока. Мешаю все всегда на окрошку деревянной ложкой. Мне так нравится. Можешь положить все сюда, будешь как раз видеть комментарии, там отвечать. Ну, Что так, положить? ну, досточку свою, чтобы ты там смотрела. А, ну да, я сейчас так и сделаю. Я сейчас местами поменяю. На моем канале я обычно выкладываю то, что готовлю каждый день. А полный рецепт, не ТикТок коротенький, на YouTube-канале. Ссылка в шапке профиля. Можете перейти, посмотреть. Там все классные рецепты, именно полные я выкладываю. Так, чуть-чуть сдвинулась. Ну и не только там рецепты, там много всяких интересных штук я выкладывала, лайфхаки разные. Так, что мне резать? Огурцы дорезать. Огурцы буду резать. Так. Поехали. Ребята, кто смотрит, угадайте стоимость окрошки вот этих продуктов. В гривнах или в долларах? Давайте в долларах. Мы иногда окрошку готовим зимой. Она еще дороже стоит зимой, чем сейчас. Да, иногда очень хочется просто. Да, зимой она и овощи дорогие, и все остальное. А сейчас она процентов на 30, может, дешевле, да? Ну да. Плюс если учитывать инфляцию, то постоянно. К сожалению, из дешевого блюда окрошка превратилась в очень дорогое блюдо. Да. Раньше как-то постоянно делали, как-то не замечали. Сейчас время, конечно, стало более тяжелее, и окрошка стала очень дорогая. И я хочу сказать именно в этом виде, в котором ем я, потому что, например, если с квасом я ее обожаю, могу вот эту кастрюлю съесть за день спокойно, то если залить сывороткой, как делают некоторые люди, а Бульоном кто-то куриным заливают. минералкой, кто-то, то я ее даже не могу, не то, что я есть вообще не могу. То есть мне она противна. Вот с квасом я обожаю. И за это постоянно делаю. Квас идеально бочковой, а бочковой квас сейчас стоит как водка, наверное. Литра кваса стоит как литр водки, наверное. А я, знаете, почему люблю окрошку? Потому что у нас дома ее готовлю обычно не я. И это очень облегчает все. Можно просто на нее скупиться. А ты ее готовишь и ешь. Как будто ты скупляешься. Сам я скупляюсь. Я спонсор. Ну ты спонсор, а я хожу за продуктами. Это ж надо сходить, найти, все купить. Кстати, картошку не очень. Я сегодня хотела взять красивую картошку, а пришлось брать молодую крупную картошку, чистить и резать ее. Ну ничего. Посмотрим, должно быть вкусно.
Вдвоем быстрее, да? Что, у тебя большие куски огурцов, ты что? Да? Ну... Ты, Ира, ну ты ж... Смотри, вот посмотри сразу. Вот иди сюда. Ой-ой-ой. Ну что ты делаешь? Ну, смотри, какие у меня маленькие. А ну, сорян, ты, сорян. Что ты нарезала? Буду помельче все. А что помельче, это я не знаю. Ну, я ж не буду вынимать ее сейчас. Я доверил один раз окрошку сделать, порезать. Не, ну реально, что ты делаешь? Ну, ладно. Ну, посмотри, просто вот, вон, кусочки. Бери, режь огурец. Давай, как ты его режешь? Мелко? Вот почему ты сам готовишь окрошку. Всего. А что ты, вот уже твоя ошибка. Что ты делаешь? Второй, а ты разрезала. Я разрезала. Ну и теперь тоненько-тоненько, ну мелко. Ну все, теперь тоненько буду резать. Полосочек как можно больше. Нельзя, весь смысл еще в мелких кусочках. Боже мой, испортила тебе окрошку, все. Доверил порезать, блин, огурцы. Я режу как в салат, нормально. Ну все, буду помельче резать. Чит, и то крупно опять режешь. Он смотри, какие квинты. Так, еще мельче. Если огурец сильно крупный, разрезай еще на больше. Давай блендер частей. Включу, все измельчу в блендере. Вот такие, как примерно, даже видишь, как у меня кусочки колбаски. Все должно примерно быть такие кусочки. Хорошо, все, режу мелко. Друзья, кто постоянно присоединяется, у нас тема эфира «Угадать, сколько стоит эта окрошка». Еще мы первый раз эфир пробуем, поэтому если что-то не так, вы нам подсказывайте. Еще меньше стараюсь. Хорошо. Все крупно. Так нормально? Ну, вот это нормально, да. Вот так нормально, смотрите. Ну да, все равно я вижу крупные кусочки, мне это не очень нравится. Но в следующий раз будет получше. Старайся, вот, видишь как. Ну, с каждым разом будет получше. Такие у тебя должны быть кусочки и огурцов. Хорошо. Просто это же не салат, это окрошка. И чем мельче ингредиенты, тем нам лучше. Тогда мне вообще нельзя картошку резать. Не, картошку точно тебе нельзя резать. А то я сейчас настругаю. Поэтому я никому не доверяю резать. Окрошку делаю всегда сам. Так ты ее ешь практически всю сам. А что это мое любимое блюдо, и если кому-то доверить, то будешь есть, я не знаю. Просто люди ленивые по своей сути. Я, например, да? Да. Так, ну вроде. Что там еще огурцов много, да? Три штучки. Может, хватит, я думаю. Хватит? Ну давай пока хватит. Не, дорезай, давай пока хватит. Ну если вдруг будет не хватать, потом дорежем. Потом подрежем, оно видно будет. И картошки много, наверное, тоже надо. Картошки, да, много. Я подумала, что останется, пусть останется. А к
кто смотрит, напишите, пожалуйста, откуда вы нас смотрите. Нам интересно будет посмотреть, почитать. Какая аудитория у нас интересная. У нас, у тебя. Ну, у меня, да. Но там люди разные, поэтому... Я там смотрю, кто комментарии пишет. Очень разные. Ну, покушать любят все, как я поняла. Поэтому... Так, все, хватит огурцы, да? Да, опять. Вот видишь, какие крупные куски. У меня нож не очень хороший. Ну. Так. Осторожно. Можешь порезать лук и петрушку тоже мелко-мелко. Давай. 10 раз перерезал. Вот, берешь, тебе показал, как. А нас вообще слышно? Можете что-то написать, слышно нас или нет? Потому что я тут клацаю настройки в этом прямом эфире. Мне интересно, как звук вообще. Кто-нибудь напишите там. Давай я зелень порежу. Хватит двигать, хватит. Смотри, какую я петрушку бабушке купила. Домашнюю. Классно. Крупно. Всегда зелень беру у бабушек, там, знаете, продают. Потому что есть надежда, что они туда не сыпали ничего такого. Я бы и лук там взяла, но не было такого лука. Был жесткий такой, сильно крупный, а мне надо было помягче. Утомительная эта работа, резать окрошку. А представь, повара целый день стоят, что-то режут.
Это кошмар. Еще и спина болит. И сильные люди на самом деле. И морально, и физически. Еще и в жаре. А ладно, на кухне сейчас кондиционер. Ну, кондиционер, ну там такая движуха, что там. Плюс можно всегда, наверное, в холодильник посидеть. Ну, если какой-то активный ресторан, там не посидишь вообще. Если какой-то кафешка, лавка удорожная, может быть, там и да. Пластырь спадает, пальчик повредил. Зелень, смотри, мелко. Теперь ее разверни еще раз, потом ее разверни еще раз. Зачем так мелко зелень? Ну, но... Обычно это... в супе полностью петрушка плавает. Это не суп. Ну это... Нет, это суп, конечно, холодный, но... Суп, вид, ну, вид супа. Ну, я тебе режь мельче. Потому что она будет плавать сверху, если она крупная, она быстро закончится в окрошке. То есть... Резать надо мельче. А теперь разворачиваю так вот, да. И начинаю еще раз. Так, раза два. И она будет то, что надо. Да нет, еще разок и хватит. То, что надо. Сейчас люди поржут с нас, как мы режем. Да пусть ржут. По твоему рецепту все делаем. Ну вот что, сегодня вкусно решим поем, а то... Вы знаете, мы как-то раз делали окрошку и положили туда 3 или 4 вида колбасы жирной. Я чуть не умерла от той окрошки, если честно. Не, колбасу надо постную. Надо без жира. Если вы берете, не берите солями, потому что у кого, кто привык, знаете, нормально, нежирную еду есть, то вам будет плохо. Да, мы экспериментировали и просто... Нет, все-таки не зря люди придумали ложить в окрошку обычную самую варенку. Обычную варенку или молочную, как. Ну да, варенка там молочная, для оливье, там еще есть. Да. До чаю. Жирную колбасу лучше не надо. Все, что вот это на солянку кладут жирную колбасу, она в окрошку не подходит. Ну все, мелко смотри. Насыпай. Все, видишь, я уже как цыпля там, смотри. Да, занимайся луком теперь. Так. Ты сразу его выровняй, поотрезай эти плохие кончики, чтобы потом резать, начиная с кончиков. Я так и сделаю. Напишите кто-нибудь, слышно вообще, нас слышно или нет? Пожалуйста.
Интересно, прямой эфир можно сохранять или нет? Сейчас будем разбираться, как закончим. Если кто-то только что подключился, у нас тема сегодня. Угадайте, сколько стоит окрошку, ту, которую мы сейчас сделаем. Пишите в долларах. Да, мы же не знаем, откуда вы смотрите. Давайте. Да, еще хочу сказать, мы не ложим укропа, потому что я его просто ненавижу. Но кому нравится, может еще сюда укропчика добавлять. Да, я укроп люблю очень и положу его себе отдельно. Я не люблю вообще укроп. Поэтому я в свою окрошку никогда не добавляю укропа. У меня, кстати, укроп зеленый всегда порезанный в морозилке. И я его добавляю себе отдельно, потому что он не любит его. Последнее яйцо осталось. Как казалось, как будто вечность я их режу. Да. Да. А я плачу уже от лука. Сейчас еще картошку резать. Если честно, самое тяжелое это. Кстати, мы делаем окрошку вместе. Ну как вместе? Сравнительно. И пельмени тоже лепим вместе. Так быстрее, потому что если один человек, так можно на целый день залипнуть. Хороший какой, я уже реву. Так, все, яйца закончились. Так, нормально. Осталось немножко картошку и будем заправлять, и зелень. Да, огурцов, наверное, уже точно хватит. Так, вот как картошку резать, и так ее... Ну, как-то кубиками мелкими. Ну, ладно, конечно. Буду стараться, да, вот так вот, по чуть-чуть. Так. Картошку вообще надо варить в кожуре, но это молодая картошка, я поняла, что если в кожуре сварю, я ее потом вообще не сниму. И очень крупная была. А если ее резать на куски, она в кожуре, ну сами понимаете, каша получится. Ух ты, чуть не упустил картошку. Да, картошку вообще самое тяжело резать. Зато будет вкусно. Да, будет вкусно. Это можно забрать уже. Да, ну надо, и места больше будет.
Что, сам будешь картошку резать? Ну, если получится у тебя так мелко, то порежь. Ну, ты видела, как я режу? Пробуй. Я не знаю, получится у меня или нет. Получится. Просто старайся. Твоя задача, как можно мельче. Ты сразу много не старайся резать, по чуть-чуть. Я по чуть-чуть. Тогда получится. Вот так раз, смотри, отделила. Раз, нарезала. И вот получается тонкий. Вот, отлично. Да, самое тяжелое это резать картошку, конечно. Ножик начинает налипать. Полосни. Смотри, под цыплятом. О, отлично. Вот так вот и продолжаю. Получилось. Как говорится, хоть тут не подвела. С огурцами подвела, конечно. Надо, чтобы картошка была так мелко, чтобы она потом растворилась там. Ну, не то, что растворилась, но... Чтобы не было вкуса картошки. Правда, это на любителя. Если кто-то любит картошку, можете резать крупными кусочками. Просто я картошку вообще не люблю ни в супе, ни в борще. Если еще, например, в супе я могу ее есть, то в борще меня она просто не люблю. Из-за этого, когда она мелко нарезана, ты ее практически не чувствуешь. Она пропитывается заправкой окрошки. И как бы ты вообще не чувствуешь, это вкус, что это картошка, и вкус вообще просто заправки получается. А если нарезать крупно, то ты будешь чувствовать вкус картошки. Если у кого-то дети не едят картошку или лук, можно мелко резать. И она немножко портит. Но это опять же на мой вкус, я так люблю. То есть... А когда картошка нарезана мелко, так, еще разваристая, то она вообще распадается, и такой получается бульон очень вкусный-вкусный. И ты ее вообще не чувствуешь, что вообще есть картошка. Еще и такой секрет окрошки, не тулите ничего лишнего сюда. У нее есть свои ингредиенты, все, не надо. А то люди иногда тулят сюда, некоторые даже помидору начинают тулить. Ребят, это все, то редиску, это все лишнее. Есть обычный простой рецепт. Все, все остальное не годится. У нас есть видео на канале, где мы зимой готовили, да, окрошку. Ну, ингредиенты такие же. Не, я другие не использую. Просто там огурцы сложно найти хорошие зимой. Да, зимой единственное есть нюанс хороший. Можно огурца заменить на, да, на консервированные. Не знаю, в я никогда случае не менял, честно скажу. Если может малосольные, то да, но если соленые, то лучше, мне кажется, не надо.
Квас найти зимой очень тяжело, хороший. Сразу это... Да, его и в супермаркетах нет. Да, особо. Второй нюанс. Иногда его вообще даже найти тяжело, потому что летом не зимой не ходовой товар, вернее, и уже ближе туда к январю, февралю на полках магазина кваса практически нет. Из-за этого очень тяжело найти квас. Бывало даже по пару супермаркетов проходили, чтобы найти квас, потому что не было. Смотри, чтобы мы много картошки. Может, хватит еще? Не-не-не, еще надо. Я взяла такого размера картошку, чтобы вы понимали, 4 большие штуки, это уже килограмм. Другой не было. Это вообще хороший кусочек попался, просто распался, классно. Такая была бы вся. Вот, смотри, класс. Просто классно. Так, ребят, еще немножко осталось. Почему дома всегда готовят практически женщины, а лучшие повара в ресторанах это мужчины? Ну, потому что мужчины, мне кажется, более... А почему они тогда дома не готовят? Более, ну как, они... Потому что они деньги зарабатывают? Нет, мне кажется, женщины более прагматичны, а мужчины более... Ну, в основном женщины готовят, девочки, согласитесь, всегда вы стоите на кухне, ну и я тоже. Почему? Поэтому мужчины готовят самое лучшее, потому что когда они готовят редко, но когда готовят, они готовят с изюминкой. Почему редко? Ну, в ресторане же. В ресторане. Там же поток, там же дофига людей, ну, и всегда знаю, мужики же... лучше. Мне ну, кажется... шеф-повара в основном, те, которых я знаю, потому это потому что, мужчины. Мне кажется, мужчина в каждое блюдо добавляет изюминку, а вот они более, что ли, как... Романтичный, я не знаю. А женщина более прагматичная. Мне бы хотелось, чтобы мужики романтично каждый день дома готовили. Да, классно было. Ну, если бы женщины столько зарабатывали, у нас бы мужики... Если бы сидел бы я дома и нигде не работал, я бы сюда... Сколько картошки? Я бы готовил уже каждый день, так и бы. Сколько еще картошки? Давай еще чуть-чуть. По кусочку и хватит? Наверное, давай. А еще. То будет одна картошка у нас. Не-не-не, у нас тут нормально все. Давай еще по кусочку. Хорошо. Так, я тоже так... Вот этот выберу. Все. Ну что, кто-нибудь напишет, как вы думаете, сколько стоит сегодняшняя окрошка? А я вам уже под конец отвечу ее цену. Я могу даже дать подсказку в долларах. Это две цифры. И узная цену, напишите, вот скажите, ваш бюджет позволяет вам часто готовить вот такие блюда с такой ценой продукта? Мне вот интересно. Потому что опрос проводят, сколько бюджет составляет на месяц у семьи. Вот, цены очень разные. И там, где пишут 4-5 тысяч гривен, это, а кто-то пишет 2 тысячи, я не знаю, наверное, где-то в селе, где все свое, только люди там на хлеб и на что-то тратят. В основном там цены есть типа 2 тысячи долларов. Напишите, какой у вас бюджет, мне вот чисто интересно. Ну и важно еще, сколько человек. Это тоже важно. Все, давай на центр. Ну, тяжелое получилось. Нифига себе. Сейчас я лишнее все, уберу, ребята, все, подожди. Все готово, наконец-то. Осторожно, ты уже все сдвинул нам. Так, все, возвращаемся. Сейчас мы это все приберем. Очень-очень-очень просто красиво. Да. Сметана 20%.
10 сильно легкая, а если 30%? Ну, не, ну, мне кажется, чем больше процент, тем лучше, на самом деле. Да, но я боюсь, чтобы сильно жирное не было. Пусть уже будет нормально. Вообще, да, чем жирнее, тем вкуснее. Все, я выливаю. Выливай. Так, выливаем вот эту всю пачку на наш. Давай, сюда поближе поставлю. Вот так. Я еще одно понял, что окрошка — это очень специфическое блюдо. И не каждый ее любит. И каждый любит по-своему. Куча заправок. Я же говорю, слышал такое, некоторые минералкой заправляют. Кто-то заправляет, как его, этим. Ну, я вот раньше в гостях только один раз пробовала окрошку. Мне она не очень понравилась. А все остальные окрошки — это те, что ты готовил, я пробовала. Ну, я ем немножко. Ну, немножко, там, тарелочку. Да, на такую кастрюлю в 6 литров 380 грамм. Ну, стандартная пачка. Да, идеально, да. Идеально, в принципе. Все, давай. Хорошо размешиваем. На оливье похоже. Да, со сметаной и сейчас квас. Сейчас посмотрим, сколько кваса влезет сюда. Обычно мы 2 литра наливали. Да, сейчас 3. Надо наливать до верха. Чем больше, тем лучше. Сейчас будем. Самое классное будет, когда заливаешь квасом. Квас мы обычно хлебный берем. Необычно, просто бочковой не всегда есть. Да. Вот. И он дорогой, надо жаба давит, конечно. Но тем не менее. Бочковой — это самый лучший квас для окрошки. Ну, это для меня, опять же, ребят, все мы разные. Ну, вот это 2 бутылки кваса стоят примерно $3.50. 3 литра. Это если в долларах. Это я подсказку даю на цену окрошки. Ну, грубо говоря, 130 гривен 3 литра. Все, забираем, у нас, да, у нас в гривнах. Так, первые 1,5 литра пошло. Осторожно, не это. Смотри, сколько. Сейчас и не влезет объем. Нормально выпьем. Не, я хочу попробовать. Я же не пила квас. Хочу просто попробовать, какой он. Он дороже, чем обычный квас. Так, ну 1,5 литра легло. Это сегодня коронное блюдо в нашем доме. Ну, сколько еще влезет, как ты думаешь? Ну, я думаю, бутылки. Сейчас еще войдет бутылка. Оставь чуть-чуть попробовать, какой квас вообще. Немножко там, стаканчик. Ребята, спасибо большое, что подписываетесь. Мне тут высвечивается, что вы во время прямого эфира подписались. Вот, ребят, смотрите, 3 литра идеально на 6 литров. Оставь чуть-чуть попробовать. Ну, давай. Капельку. Все, смотрите, здесь 6 литров окрошки. Сейчас это все поставим в этот, в холодильник. Итак, стоимость окрошки. Ты посчитал, сколько в долларах стоит? В долларах примерно $13. В гривнах это стоит 500 гривен. 480, если быть точно. Да, 487 гривен это стоит. Вкусно. Вот так. Такая ложечка маленькая. Вкуснятина. Вкусно, да, но давай поближе сделаем. Смотрите, что у нас получилось. Очень вкусно, да, еще попробую. Сейчас она пропитается, остынет. Сколько? 3 часа, да, подождем? Не, ребята, она должна остыть полностью, стать холодной, это раз. И второе, она должна, все ингредиенты должны пропитаться заливкой. И тогда крошка идеально. Обычно вот я съедаю пол кастрюли сегодня и завтра с утра съем, потому что завтра с утра съем пол кастрюли, потому что за ночь она очень классно настоится. И вот обычно самая вкуснота остается в конце. Вот когда ты уже доедаешь ее, где уже ингредиентов нету, одни, как бы, я ее называю пыль супная. Вообще тогда очень великолепно. Вот такая вот окрошечка. Спасибо, что смотрели. У нас зеленая получилась. Дальше попробую, будем в холодильник ставить. Всем спасибо за просмотр. Это наш первый прямой эфир, кто там присоединился попозже. Мы решили попробовать как-то проводить прямой эфир. Да, и заодно сделали окрошку. Да, надеюсь, вам было интересно. В следующем выпуске, может, что-то новенькое приготовим. Или я что-то приготовлю. У нас есть
в шапке профиля ссылка на YouTube-канал. Там очень много рецептов, классных обзоров. Все заходите, это, да. Кому интересно. Да, став холодильник. Кому интересно, заходите, посмотрите. Там есть и социальные разные видео. В общем, найдете что-то интересное для себя. Пока-пока. Всем приятного аппетита.